Всем привет, друзья, и с вами я, Настя Референт, и сегодня такая необычная, нестандартная тема для видео. Просто я не понимаю, почему? Вы все знаете мою подругу Милану, Милка Кэт. Стой. Некоторые просто заходят на мой канал, тупо ставят дизлайк и уходят. Типично это делают мои одноклассники, которые меня очень любят. Да. И я не знаю почему, но канал моей подруги Миланы забанили, я не знаю, точнее заблокировали. Вот она мне прислала сообщение, она еще снимала короткое видео про это. Я не знаю, почему она мне не отвечает. Кстати, у меня черепаха подросла. Вот просто я не знаю, почему ее забанили, у нее не было ничего такого. Я не понимаю, ну почему ее забанили? Мне очень жалко ее канал. Блин. Но я не знаю, ну почему ее забанили? Ну почему? Я не понимаю. Пишите свои мнения по этому поводу. А вот фотка, которую она мне прислала. Я ей, кстати, звоню по вайберу, она мне не отвечает. Не знаю почему.